Смотрите, какое чудо! Как тебя зовут-то, мой хороший? Ой, девчонки устраивают судьбу собачки. Ой, ну просто такой лапуся потерялся. Ну, конечно, потерянный. Лапочка. Да. Как вы Аню любите все, а? Потому что она вас так любит. Ну, вот ты. Потеряшка. Сейчас приедут, заберут его. Ну. Ну-то туда-то не надо, там нет ничего поесть. Сейчас тебя покормят, господи. Ну, привык, вот на столе, вот домашний явно. Ну, конечно. Что знаешь, что на столе надо искать? Чё, Лапуся. Лапуся. На стройке его уже назвали Бублик. Бублик. Ну, уже Бублик. Может, такой Бублик, не Бублик. Ой, такой хорошенький. Худой. Ну вот кормят, надо потихоньку, причем немного даже нельзя. Он тощий. Он скачет зато по берегу, радостный. Ну, а чего ему? Я его молоденький. Он с хозяином гулял. Ну да, ну молоденько ему поскакать, а да ему, скакать. Ему меньше года, у него зубы прям белые, такие только вылезли свежие вот эти вот взрослые. Ну. Ты хороший такой, да. Я говорю, намыть, начесать тебя. Ой, красавец. Прыг-прыг. Ой, прелесть прям. Собачонок просто игрушка. Правильно. Пометить надо. Ну что, приехали, забрали собачку. Ой, он такой милый. Вот кто-то выгнали, наверное. А может быть, сам убежал. Глупота. И потерялся. Вот целый день сегодня. Везде писали, девчонки давали объявления. Ну, там на работе были. Вот. Потом приехали. И приехала за ним женщина. Ой, прям его увидела, прям, ой. Он худой, голодный, но такой благодарный. Покормили его, и он прям, ну, готов облизать с ног до головы. Прям такой, как с картинки. Хороший песик какой. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо у него. Сказали ей, что если вдруг не приживется, то привозите, будем искать другого хозяина. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Ну что, мои дорогие, прошло 2 дня. И нам прислали фотографии песика. Назвали его Оскаром. Вот он помытый. Так что, ну, я просто вот, я прям за него счастлива. Сейчас я вам еще покажу. Вот он, Лапуся. Какой хороший пес просто вообще. Так что, мои девочки, замечательные, пристраивают животных. Вот. Ой, это Коба уже. Тоже Коба. Вот. Так что все у песика замечательно. Спит с детьми, живет в доме. Все хорошо. Птички поют. Красота. Нарциссики мои распускаются.
Ой, ждала, ждала. Вот. Вот, Саша мне звонила и говорит: мам, ты расскажи, что за собачка-то, откуда она взялась? Откуда она взялась? Катерина шла на работу. И к ней привязался песик этот. Вот, она увидела, что он худой, что он так лохматый, а так-то он прям худой. Вот. Ну и девчонки стали объявления давать, ну, у кого пропала собака. Никто так и не отозвался. Так, уже цветок у меня тут сломала собака такая. Ой, ну что же это такое? Вот. Ну и что, они стали тогда искать хозяев собаки новых, раз никто не отзывается. Вот. Много людей звонили, но в результате выбрали женщину. У нее дети, вот, у них свой дом. Обещали любить и баловать песика. Вот. Женщина приехала, прям как увидела его. Ой. Вот теперь они общаются с этой дамой. Ой. Где-то тут. Вот она. Божья коровочка. Вот. Пес счастливый. Радуется жизни. С детьми играет. Так что мои новые подруги очень хорошие люди, очень добрые. У них, у самих животных, две собаки и пять котов. Так что нашли собачки новую семью, и мы все очень этому рады. Назвали его Оскаром. Я чувствую, будет избалованный, зацелованный. Ну и хорошо. Вот, а сегодня у Екатерины день рождения, и они приедут ко мне в гости. Будем справлять день рождения. А пока я сижу, ковыряюсь с шарфиками. Дел много. Погода замечательная. Вот такую погоду я люблю. Жару-то я вот и не очень хорошо переношу. А вот весна, осень. Это прям моё. Так что давайте делать добрые дела. Кактусы все какие-то страшные после зимы, завалившиеся. Давайте не будем проходить мимо брошенных животных, мимо несчастных стариков. А будем стараться делать добро. И тогда наша жизнь изменится в лучшую сторону. Thank you.
Вот так, мои дорогие. А тем, у кого еще зима, потерпите немножко. Все равно весна настанет. Никуда она не денется. Все равно придет.